Всем привет, друзья! Веня Пак здесь. Добро пожаловать на Lingua Trip TV. И сегодня мы снова анализируем что-то. Мои друзья мне скинули песню. Я еще пока ее не слышал, но это песня русского, ну, русскоязычного исполнителя на английском языке. Как я понял, для Евровидения 2017 года это Monatic, песня Spinning. Я ее не слышал еще, поэтому сейчас послушаем. Они сказали, что приготовься, там вообще просто дичь. Ну, не может быть, что это все так плохо. На Евровидении же все-таки. Поэтому я думаю, они преувеличивают. Я сейчас послушаю, и потом мы с вами найдем текст и проанализируем, если там есть ошибки вообще. Песня офигенная, но столько ошибок, блин, оказывается. Давайте найдем текст сейчас и почитаем вообще, что там такое. You're a summer girl. Я бы не использовал там артикль, я бы сказал summer, просто your summer, you're like summer, например. Если он хочет этот добавочный слог туда вставить. You're like summer girl. There's... Я вот это я не уловил, когда слышал. There's someone in the air in a million ways. Кто-то в воздухе, кто? Someone in the air. Мы говорим something in the air. Типа, что-то в воздухе сегодня, что-то необычное происходит. Какое-то необычное чувство. Something in the air. In a million ways. Я не знаю, что он имеет в виду, конечно, но артикль там нужен. In a million ways. What they say, but I just cannot see. Я бы сюда добавил еще одно слово. That's what they say. That's what they say, but I just cannot see. Потому что ломаное получается предложение, мысль, оно не совпадает друг с другом тогда. Я понимаю, что он хочет сказать, но он прям так дословно перевел. Ну или не он, кто ему написал эту песню. Они должны быть уволены сразу же. There's someone in the game that people plays. People — это множественное число, следовательно, play. Никакого окончания с там не надо. There's someone in the stars, the magic place. There's someone in the stars, the magic... Типа, там, где звезды, это магическое место какое-то, да? Странно, но ладно. Cause you are in my eyes. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не. You're in my eyes. Это звучит очень странно. Я бы сказал, you caught my eye. You caught, ты поймала на себе мой взгляд, например, да? My endorphins are here. И чё? Мои эндорфины здесь, они здесь. Типа, я чувствую, да, типа, прилив эмоций, эйфории, да? Как бы я это исправил? My endorphins are here. My endorphins, да-да, два слога. Я бы сказал, my endorphins take over. Я знаю три слога, но вместить можно. Take over. To take over — это значит захватить ситуацию, завладеть ситуацией, захватить что-то, да? То есть мои эндорфины сейчас захватывают меня, да? То есть я чувствую, я в состоянии эйфории и счастья. My endorphins take over, я бы сказал. Хоть это в рифму не влазит. Что бы можно, чтобы в рифму влезло? Не знаю, это надо подумать. Но я бы сказал, take over — это имеет больше значения. Я понимаю, что рифма — это рифма, но... My fantasies dear. Я, если честно, даже не понимаю, что он хочет этим сказать. Вообще. Есть русская версия этой песни? Должна быть же. Эндорфины пошли, фантазия пошлит. My fantasies dear. Нет. Эндорфины пошли, фантазия пошлит. Я бы сказал, oh, my endorphins take over. My thoughts are all dirty. Что-то типа такого. Рифма слабая, но хотя бы смысл передает. Потому что my fantasies dear, я не знаю, кто вообще может это понять. I'm overwhelmed, I held a fear. I held a fear, русская версия. Ладно, не надо смотреть русскую версию, она такое все портит. I held a fear. I held a... неправильно. I held on to a fear, я бы сказал. Have I become an eyesore? Странное высказывание, но я не вижу, что с ним не так. В принципе, оно правильное, но оно просто странное, так никто не говорит. Зато он использует здесь present perfect очень хорошо. Have I become an eyesore? Вообще прям... Муах. It turned out, you beautified the world, you spin. You beautify the world, you spin, oh, I'm in. It turned out, хорошо, как оказалось, да, it turned out, you beautified the world, you spin.
когда мы говорим you spin, это может быть либо она диджей, и она играет музыку и spin the records, да? Либо spin, она реально кружится. Я понял, что он хочет сказать, you beautify the world, you spin. Типа, you spin — это как дополнение к the world. Типа, ты украшаешь мир, который ты, типа, крутишь. Я понял, но как бы я это исправил, чтобы это звучало правильно в английском языке? Мы вообще говорим the world revolves around you, когда, типа, весь мир оборачивается вокруг тебя, типа, все о тебе, все это для тебя, как бы. The world revolves around you. The world revolves around you. Я бы, наверное, так сказал. The world revolves around you. То все равно же повторяется, и все то же самое. Окей, пойдем дальше. Песня вообще классная. То же самое, да? А, все то же самое. Окей. Тут все то же самое. Я понял, типа, он говорит heads are spinning, типа, она такая красивая, что когда она проходит, все крутят головой. Мы говорим turning heads, не spinning, а turning. Ну, в общем, что я могу сказать? Крутая песня, но текст прям не очень. Но это не беда, в принципе, потому что в большинстве американской музыки сейчас текст не очень. Но, блин, крутая песня, очень-очень качает и очень мелодичная, заседает в голове сразу. Дайте знать, какие песни русских артистов на английском языке можно еще проанализировать или исправить. И записывайтесь на мой абсолютно новый онлайн-курс по английскому языку. Мы учим лексику, актуальную грамматику, культуру, сленг, нецензурную лексику даже, через популярные американские или просто англоязычные песни. Все ваши любимые песни будут разбираться точно так же, ну, за исключением того, что там ошибок будет меньше. Или вообще не будет. Разные музыкальные жанры, разные артисты, разные песни. Ссылка в описании, записывайтесь, давайте делать этот процесс изучения английского наиболее приятным, наиболее продуктивным и наиболее интересным. Увидимся с вами там. Удачи!